Участникам этих гонок не нужны ни шлемы, ни спортивные костюмы. Все потому, что главными героями соревнований являются не сами пилоты, а их миниатюрные машинки. На специальной трассе в районе форта номер 7 прошел очередной этап чемпионата и первенства края по автомодельному спорту. Погонять на радиоуправляемых болидах собралось более 20 человек. Участники у нас все территории Приморского края, естественно, с тех мест, где существует автомодельный спорт, где есть участники, это конкретно Владивосток, Артем, Уссурийск, Находка, Арсеньев и Спасск-Дальний. То есть в других городах, к сожалению, пока вот автомобилисты еще не развились. Местная федерация представляет гонки во всех форматах, от дрифта до шоссейных заездов. Но самыми зрелищными соревнованиями, по мнению большинства участников, являются внедорожные гонки. Ведь только здесь можно увидеть, как различные модели перелетают импровизированные трамплины и буксуют с пылью на поворотах. Сами автомобили делятся на несколько классов в зависимости от привода или от того, на чем работает машинка. Работает на литий-ионном аккумуляторе. Получается, есть вот мотор, контроллер, также пульт, с которого управляешь. Вот проводами подсоединяется мотор и батарея. Тут центровка хорошая. И получается, когда прыгаешь с трамплинов, ее вперед не уносит или назад, а она прямо летит. Правила гонок довольно простые. Для каждого класса дается определенное время, за которое участникам нужно преодолеть как можно больше кругов. Ехать приходится максимально быстро, из-за чего во внедорожном классе почти каждую минуту случаются небольшие аварии. Но небольшие они только с оценки зрителя. Сам же автомобиль сразу после заезда приходится буквально заново возвращать к жизни. Если подтянуть пару болтов не проблема, то, например, резину приходится менять так же часто, как и в большом автоспорте. А это не слабо бьет по карману. Проблема в курсе рубля по отношению к доллару, потому что все закупается за рубежом. Проблема в том, что оно само по себе имеет свойство дорожать, то есть инфляция чисто внутри магазинов, в основном американских. Проблема в том, что в конце концов многие вещи идут как расходники, то есть та же резина, тоже топливо, все-все-все. Но заядлых автомоделистов это ничуть не останавливает. Соревнования проходят ежегодно, и большинство из них не уступает в зрелищности большим профессиональным гонкам. А из-за того, что за настоящий руль тут не приходится садиться, участвуют в заездах и дети, и взрослые. К слову, чемпионаты первенства края пройдут в 4 этапа. Финальная гонка состоится в Арсеньеве осенью этого года. Максим Яковлев, Андрей Макаров, новости спорта на 8.